Во время летних каникул мажилисмены работают в регионах, встречаясь с избирателями и однопартийцами. У депутата мажилиса парламента Серика Игизбаева запланирован ряд встреч в Уральске и районах области. Для него, как для представителя фракции АУЛ, важно побывать на местах, чтобы обсудить имеющиеся проблемы для последующего решения. На встречу в Уральске пришли представители Народной демократической партии АУЛ и сельхозтоваропроизводители, которые знают, как работают все государственные программы на местах. Диалог перед началом работы парламента нужен для определения приоритетных задач на предстоящий период, говорят собравшиеся. Ведь основная цель партии – динамичное развитие сельскохозяйственной отрасли. Главная цель на сегодняшней встрече – сконцентрироваться на реализации предвыборной программы нашей партии АУЛ. О проделанной работе и планах на будущее рассказал депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан Серик Игизбаев. Как говорят село, наша золотая колыбель, необходимость особого внимания к нему не утратила своей актуальности. Мы обменялись идеями о совместной работе над разными проектами. В новом сезоне работу продолжат все 6 партий. В истории казахстанского парламентаризма это впервые отмечает Серик Игизбаев, поэтому налагает определенную ответственность. За предыдущие 3 месяца было выдвинуто много инициатив. Во время встреч они также озвучиваются, но главная задача на данное время – определить их важность и первоочередность. Потому что жизнь идет, каждый день ситуация меняется, в том числе и в агропромышленном комплексе, в том числе и в сельской местности. Ситуация далеко не простая, где-то пожары, где-то засуха, экономические вопросы многие связаны. Поэтому как политическая сила мы должны сейчас сверить наши часы, чтобы у нас и снизу инициатива шла, и наверху, чтобы она поддержку проходила. Вот такие встречи нам необходимы, они будут постоянно проходить. Выездная работа депутата Мажилиса парламента Республики Казахстан Серика Игизбаева продолжилась встречей с коллективом ЖАЭК-ЕД. Также с работниками областной территориальной инспекции прошло обсуждение вопросов, связанных с айгаками. Запланирован и выезд мажилисмена в районы Западно-Казахстанской области. Екатерина Шмидт, Рустам Ищанов, Колыбек Акрап, телеканал Ак-ЖАЭК.